покупатися гуляком. Це Люба, хазяйка цього дому. Зараз смотрит на всіх нас і говорить: "Я теж хочу в ретрит". Тому що, говорить, я мама, я устала. Так що, дівчатки, у мене просто дівчатки смотрят, как бы многие меня поддерживают, а многие говорят: "Что ты делаешь? Тебе что, делать нечего?" Вот, Люба со стороны видит, что это очень круто и тоже хочет. А Наташа ей рисует красоту хной. Угу. Потому что у Любы завтра встреча выпускников. Вона повинна бути найкрутіша. Найкрасивіша. Дівчинки плещуться, як русалки. Набрали холодный бассейн для того, чтобы после сауны нырять в холодный бассейн. Таким образом закаляем силу духа. И я слышу, как они хохочут. Сейчас пойду к ним. Поднимаемся на гору через лес. Туда вон уже ушла Кристина. И еще Ясна и Наташа сзади. Мы разбрелись по лесу. Потихонечку каждый сам поднимается, обдумывая свои какие-то мысли. Вот. Мне уже легче, потому что первый раз, когда мы поднимались на гору, мне было очень тяжело. Сейчас, конечно, полегче. Дышу правильно и пью воду. Красиво. Особенно, когда ты сам в лесу. Ну, по крайней мере, ощущения. Очень классно. Кроссовки. Я в этих же, в которых была на Шри-Ланке. Я обходила почти всю Шри-Ланку в этих кроссовках. Тоже по горам, по водопадам. Потом по горам на Кипре. И сейчас в Карпатах. И понимаю, что, наверное, все. Им пришел... В общем, свое они уже отслужили. Но они молодцы. Они прям хорошо меня выручали в плане удобства, ну и в плане внешнего вида. Потому что они и удобные, и красивые. Вот. Теперь хочу такие же. Там, где покупала, уже нету, к сожалению. Поэтому надо брать что-то другое. Но я не знаю, дальше у меня будут такие походы или нет. Я планирую в августе также в Карпаты, только уже с другой группой, то есть с другим наставником. Хочется поменять, попробовать, как будет. Другая информация. Вот. Ну и другой ретрит. Потому что то, что, например, Ясно, он эти ретриты не дешевые. Ну, потому что мы живем в комфорте, кушаем вкусно. Ну, понимаете, ретриты бывают разные. А есть, например, ретриты с палатками. Вот то, что с палатками, вообще недорогое. Но я не знаю, готова ли я к палаткам или нет. Хотя, по сути, если ты духовно развиваешься, то ты должен быть готовым ко всему. И в этот раз у нас тоже должна была быть ночевка в горах. Фу, запыхалась. Ночевка в горах с палатками недалеко от озера на Самовыте. Но шел дождь почти 2 дня, и мы понимали, что... ну, именно по ночам, что ночью в палатке с дождем, с холодным, в горах, ну, как-то, наверное, не совсем. И мы остались в доме. Поэтому у нас чуть планы поменялись из-за погоды, но, в принципе, я не жалею. Значит, я пока не готова к палатке. Поэтому вот думаю, я не знаю, что будет в августе. Может, в августе и пойду с палаткой. Мы взобрались. Я взобралась. С Кристиной. Она пошла чебрец собирать. И еще осталось чуть-чуть. Вот на самый верх еще пойдем. А, кроссовки я посмотрела, я вам так и не показала. Видите, какие они уже. Вот тут уже все. Начинают рваться. Но они молодцы. Свое отслужили. Я наверху. Класс. Полностью видно все. Еренчу. И тут вот можно заезжать, получается, автомобилем. Вот там вдалеке, видите, машинку? Вот, и я даже не знала. Я подымалась так. Ух, красота такая вообще. Карпаты, конечно, очень красивые. Очень красивые. Надо сюда как-то вернуться. Тоже туристы.
Видно? Этот крест с гербом Украины. Сейчас буду делать фотки в Инстаграм. Вот так вот. Тут было років 6 назад. Чья Маня занимается в горах с девочками? Собирает землянику для чая. Вот вместе с ягодками засушить и пить чаек. Вот. И вон еще, видите, сколько спряталось. Сейчас буду доставать. Вот еще, видите? А ну-ка. Иди сюда. Вот. Я не знаю, слышно или нет, но ведут отару овец. Слышите? Я даже не пойму, где. А ну-ка. Где-то там. Ну-ну-ну. Звук такой. Ну просто, знаете, когда в деревьях эхо очень классно. Не вижу. Но звук нравится. Прям действительно ощущаешь себя прям в горах. Ассоциация с Грузией, я в детстве помню. Там овцы были. Ну там горы, конечно, не такие. Тут туристические тропинки, там такое. А там прям совсем. Вон наши девчонки. Сейчас уже будем спускаться, потому что уже пол 9. Вот, смотрите, какая красота, боже. Карпаты — это прелесть. Это что-то невероятно красивое. Вот. Хочу с детками теперь сюда вернуться. И небо какое. Наташа такую красоту малює. Ти бачиш, що Наташа підходить до зерна, бо що Наташа таке в голові. Клас. Да. Кстати, хто знає бренд одежди «Зерно»? Ой, как красиво, как красиво. Прям себе такое захотелось, а у меня уже есть настоящее в виде мандалы. Это очень красиво. Я приехала! Меня братик встретил. Я в Киеве. Я вчера пела песню, когда в поезде ехала. Я еду до дома, до себе до дома.